астрологический прогноз на 14 декабря 2022 года. Это среда, Луна и знак Лев переходит в знак Дева. Действуют рекомендации 21 лунных суток. Жесткие энергии этого дня могут толкнуть людей к активным поступкам, спорам и риску. Хорошо направить свое внимание и силы в физическую деятельность. Хорошо разрушать старое, наводить порядок. В этот день удача будет на стороне смелых и справедливых людей. Знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. Все важные дела лучше начать в первой половине дня. День хорош для заботы о детях. Хорошо заниматься личными делами, заботиться о своем здоровье. В этот день возможно получение денег или выгодное рабочее предложение. Избегать следует всего, что нарушает законы и приличия. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День хорош для хозяйственной деятельности и для дел, связанных с родственниками. Благоприятно действовать осторожно и внимательно. Однако сомнения и беспокойства, которые возникли во второй половине дня, окажутся совершенно пустыми. Вечер хорош для развлечений. Знаки воздуха. Близнецы, Весы, Водолей. День хорош для встреч и покупок. Хорошо учиться и работать с документами. Возможно, срочная работа, и кто-то сверху будет настойчиво интересоваться ее результатами. В этот день рекомендуется внимательно отнестись к своему здоровью и не затягивать с лечением. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. В этот день все недоразумения можно решить с помощью подарков и вкусной еды. До обеда хорошо делать важные платежи и покупки. Ожидайте интересных новостей и знакомств. Возможно, очень необычные приобретения. Хорошо приобретать средства связи и лотерейные билеты. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.